Всем привет, дорогие мои подписчики и гости канала. Многие из вас знают, что мы с Борисом в Таиланде на отдыхе. Собирались ехать на Пхукет через Бангкок. И у нас такая ситуация произошла. И смех, и грех. В общем, по прилету в Бангкок проверили у нас все документы и посадили нас на карантин. Это вот 43 страны, не нужно карантина, а Турции нужен карантин. Хотя мы сделали ПЦР-тест перед вылетом. У нас есть паспорт о вакцинации. Вчера нас привезли в этот отель специальный, карантинный. Сделали вечером тест. Сегодня утром пришел результат, что тест негативный, карантин, ковида нет. Но, тем не менее, сказали, чтобы 7 дней мы сидели здесь. Вот так вот. Билеты, естественно, Бангкок, Пхукет пропали. Потом неделю нам отеля никто не вернет. И за этот отель мы за 7 дней заплатили $500. Вот так вот экономику поднимают страны тайцы. Хотя нам вообще даже турецкие авиалинии нам не сказали, не предупредили, что будем сидеть на карантине. Если бы кто-то сказал, то мы бы поменяли билеты и прямой бы взяли на Пхукет и уже там бы сидели. Мы вчера, нас привезли вечером, сделали тест, и мы из номера не имели права выходить, сидели в номере. Сегодня в 10 утра уже пришел результат, и нам можно выходить. Нам можно полностью везде гулять по Бангкоку, но вечером нужно приходить в отель. Вот так вот. Но трехразовое питание. Тайская еда мне очень нравится, морепродукты как раз по мне. Сейчас мы сидим на 7-м этаже. Бассейн, но бассейн холодная вода. Я не рискнула залезть. И через 27-го, получается, ночью мы поедем уже отдыхать на Пхукет. Сейчас вам покажу немножко. Здесь высотки, здесь и по 47 этажей. У нас отель Бизимотель Качкатлы. 29 этажей в нашем отеле. Это, наверное, все-таки последняя моя поездка в Таиланд, ну, по крайней мере, до того, пока все это мракобесие не закончится, ну, потому что очень много, конечно, переплачиваем денег, очень много теряли, за билеты мы отдали Бангкок, Пхукет, где-то мы отдали 200 евро на двоих, вот они тоже пропали, потом покупали тест, 120 евро на двоих, чтобы по прилету на Пхукет сделать. Естественно, это тоже в трубу вылетели эти все деньги. Вот такая у нас поездка получилась. Но если бы, как говорится, если бы не бизнес, то мы бы и не ехали. Уже бы переждали, а так пришлось ехать. Ну, еще постараюсь вам записать видео уже как приедем на Пхукет. Прошу прощения за монтаж. Потому что буду монтировать я на телефоне. Здесь Wi-Fi не очень. Можно сказать, практически его нет. Он-то есть, но он не работает. Вот, поэтому прошу прощения за неудобства, если видео немножко корявое покажется. Ну что, до встречи на Пхукете. Пока!